Российские писатели стали на защиту архитектурных памятников Москвы и обратились напрямую к Путину. Несколько десятков литераторов подписали коллективное обращение к президенту России с просьбой остановить снос доходных домов Привалова на Садовнической улице, где свои первые стихи читал Сергей Есенин. Речь идет об одном из памятников эпохи модерна и периода этого в архитектуре, архитектора Эрнста Рихарда Нирнзия. Там располагалась редакция журнала «Млечный путь», и этот журнал впервые опубликовал стихи Есенина. Открытое письмо в защиту дома подписали более 40 известных поэтов и писателей, людей разных и разных убеждений, в том числе это Людмила Улицкая, Сергей Шургунов, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Мариэтта Чудакова, многие другие. Среди них и поэтесса Виктория Наземцева. Она на прямой связи с нами по скайпу. Виктория, здравствуйте, вы слышите меня? Здравствуйте, добрый вечер. Виктория, скажите, вы были инициатором сбора подписей, я правильно поняла? Да, это была моя идея. Скажите, почему решили обратиться напрямую к Путину? Исчерпали все возможности беседовать с московскими властями? Это обычно к таким мерам, да, обращению напрямую к президенту? Это на самом деле единственный был выход для того, чтобы привлечь общественное мнение и привлечь внимание руководства вот этой проблемы. Потому что это проблема федерального уровня, потому что памятник, который уничтожается, имеет федеральный статус. Это выявленный памятник истории и культуры федерального значения. На уровне Москвы эту задачу не решает. Ответа пока вы не получили, я правильно понимаю, да? Мы очень на него рассчитываем. В каком состоянии сейчас дом? Иногда бывает так, что уже, в общем-то, кроме фасада и спасать особенно нечего. Насколько я читала про этот дом, там как раз по плану, утвержденному еще при Лужкове, по всем документам, и должен остаться один фасад от того, что есть сейчас, да? Все еще есть, да? Там есть 4 корпуса. И останется от этого ансамбля, на самом деле памятник – это единый ансамбль, о чем говорит государственная экспертиза, подписанная экспертом и поданная в установленном порядке Министерства культуры Российской Федерации. Это здание – это единый объект. Вот. И от него останется только фасадная стена первого корпуса. Вот. А те строения 2 и 3, которые есть внутри дома, внутри этого участка, они будут снесены для строительства подземного паркинга. Но вместе с тем в подвалах этого дома есть белокаменная кладка, которая говорит о допожарной истории строения. Там не было никаких исследований. И когда будет строиться паркинг, то этот подвал, они будут просто разломаны. Вот. Писатели обращаются к президенту Владимиру Владимировичу Путину, потому что в третьем корпусе этого ансамбля была редакция журнала «Млечный путь». И там начинал свою творческую жизнь юный провинциал Есенин. Если бы он не попал в это литературное место, то, может быть, бы и его биография сложилась бы иначе. Вот. И сейчас, в год литературы, в год юбилея этого поэта, великого поэта нашего, национального, любимого всеми поэта, не стоит начинать этот славный год с этого сноса. Вот как раз об этом и говорят писатели. Но проблему они видят гораздо шире, о чем говорят в своем обращении. Вот я рекомендую многим прочесть это обращение, оно есть в сети, оно есть в блоге у Сергея Шергунова, вот оно есть на разных... Ну, мы его сейчас выложим также на нашем сайте. Марат Хуснуллин, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики, в декабре называл ситуацию с домом Нирнзия на Садовнической очень тяжелым вопросом, чуть, как-то он сказал, одним из самых тяжелых, которых вообще рассматривала градостроительная комиссия, потому что, как объяснял он, у застройщика есть все документы на снос, полученные еще в 2011 году при Лужкове. То есть есть все официальные разрешение. Просто как это было получено с нарушениями и так далее. И я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Я думаю, наши зрители тоже по поводу того, о каком доме идет речь. Но тем не менее, какой здесь может быть компромисс? Вы видите какое-то компромиссное решение? Ведь не откажут же просто этой компании, «Великан 21 век», как-то она забавно называется, просто скажут, все, до свидания, вы потратили деньги на расселение людей, они же там расселяли жильцов, а теперь спасибо, всего вам доброго. Год юбилей Есенина, извините. Юбилея Есенина не нужно нарушать законодательство. Дело в том, что компромисс может быть возможен только тогда, когда есть какая-то юридическая коллизия, а здесь однозначно нарушен закон. И единственное возможное решение – это отменить
юридически ничтожное разрешение, которое выдано с нарушением законодательства на снос двух корпусов дома, вот, ну и фактически первого тоже, то есть на ликвидацию этого ансамбля. Дело в том, что по этому ансамблю подана экспертиза, он является выявленным памятником федерального значения, и поэтому вопрос о его судьбе лежал вне компетенции той комиссии, которая выделила, разрешила снос. И поэтому этот вопрос стоило просто снять с повестки. Как вы считаете, почему, извините, Виктория, что перебиваю, почему московские власти не принимают во внимание эти доводы? Мне кажется, со стороны добрая воля выражалась, но если вот опираться на те, во всяком случае, слова Хуснуллина того же, которые попали в агентство информационное, или тут не до конца все широкой общественности видно из вот этих вот вызовов? Меня шокировали доводы, которые высказало руководство московского правительства по поводу этого решения. То есть законодательство нарушается потому, что инвестор понес издержки, причем назывался размер этих издержек 4 миллиарда рублей. Вот. И дело в том, что я не знаю, если эта деятельность инвестора является коммерческой, то есть ли вообще в договоре такое право у инвестора требовать компенсации всех его издержек по коммерческой деятельности, которая сопряжена с такого рода рисками. А что касается судьбы этого дома, то просто нужно пересмотреть проект, оставить эти строения на тех местах, где они стоят, и приспособить этот объект для других целей. Например, сделать там прекрасную гостиницу. Вот, и просто ничего не разрушает. Оставить подвалы, оставить это все для страны. Вот. Я думаю, что это решение есть. Вот. И спасибо большое, Виктория. В наш разговор под конец вмешался какой-то посторонний или даже потусторонний звук, то ли напоминающий какое-то кликанье строительной техники. Но, тем не менее, и доводы, и аргументы, и факты мы успели выслушать. Напомню, что речь идет о доходных домах Привалова на Садовнической улице, где свои первые стихи читал Сергей Есенин. И эти дома собираются снести.